Блять! Сука. Ха! Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Cover Tops. Бляха-муха. Код-то, блин, от этого... От двери было написано в компьютере, что все стандартные двери кодов от дверей вот этих, короче, ну вы поняли, да? Дата отправки поезда. Дата отправки поезда у нас вот здесь написано, блин, где я только что смотрел. Сообщение связи, да? Да, вот 24 декабря, получается. Поезд отправляется из России 24 декабря. 24 это, получается, 24 и 12 месяц. 24 и 12, правильно? Или 12-24, наоборот. Я сначала неправильно ввел, но я хер его знает как. Короче, что у нас тут? Ой, блядь! А, три патрона, хорош. Спокуха. Тут был чувак. Так, весточ. Весточ связать, вот так вот. Блин, патронов вообще прям нету нихера. Чиха! Ты что, пекаль убрал, что ли? Ты дурак! Возьми его, блин! Тормоз. Ладно, окей. Так, что тут у нас есть? Записка. Хорош, прошли. Дальше чуть-чуть. Вот так, и старт, наверное, да? Договор о снижении числа вооружения был заключен между Россией и США с целью снижения числа ядерных боеголовок до 3000 в течение 6 лет. Короче, я это, немножко тут приболел, так что... немного вообще буду соплюшить, может быть, чихать, как проклятый, я не знаю. В общем, ну а что, записывать надо видосики, а то меня потом будут ругать, там, что дела, все, куда, где. Мне кажется, что ничего полезного. Где, короче, видео, все дела. Ну а что я сделаю, заболел чуть-чуточку. Мне там что-то в комментариях писали, вот, насчет этого кода, что я там, что я в 13-м вагоне провтыкал дверь справа. Как я мог ее провтыкать, если вот она справа, я же оттуда пришел. И там я тоже был, там была ванна, я взял ключ. Там, в принципе, ничего нет от, с той стороны. И еще мне надо не забыть, сказали в морозилке, что-то там должно оттаять, и, короче, туда она будет бегать, если буду бегать. Короче, пошли дальше. Что тут у нас? О, заставка, хорош. О, здорово! А я вас ищу. Я лейтенант Джек Мортон. Меня послали сюда, чтобы помочь вам. Ваш супруг в безопасности, и спасательная команда уже на подходе. Понимаю. Моя дочь. Что с ней? А тебя как зовут? Джейн. Все в порядке, Джейн. Очень скоро ты увидишь своего отца. Я тебе обещаю. Вы с мамой можете добежать до первого этажа? Ладно, пора. Не волнуйтесь, я буду вас прикрывать. Бегите прямо на первый этаж. Так. Хорошо. Хорошо, на первый этаж. Блин, тут жопа, короче, такая вообще ужас просто. А он сам бежит, кстати. Это не я. О, это вообще пиздец. Говорит Джек, ага. Заложники в безопасности. Доложите ситуацию. По плану спецгруппа прибудет через 5 минут. Они встретятся с вами в вагоне номер 14. После обеспечения безопасности этого вагона вы будете направлены... Так, а 14 разъебанный. До окончания операции вы переходите под командование командира спецгруппы. Кто он? Старший лейтенант Андерсон. Теперь идите. Пожалуйста, подождите здесь. Я скоро вернусь. Так, надо сохраниться. Надо сохраниться. Да он сам все делает, блин. Вот ты дурень. Так, и чё? Да, алло, 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 говорите. Варнинг там, варнинг! Это сообщение от лейтенанта Андерсона. Команда А, встреча с сильным сопротивлением в вагоне 14. Помощь требуется, требуется, конечно же. Ух ты, блядь. Опа, опа, опа. Сука. Все? Отлично. Блядь! Да вы чё, у меня патронов не хватит. Только не говорите, что они бесконечные. Я вас убью, нахуй. Патрошки, возьми. Патрошки, да, это патрошки, это стопудово патрошки. Хорош, да. Отлично, выпали. Три. Ну, блин, ну три дай. Блин, он выпал.
Патроны? Блин, там еще лежат. Блин, как бы их забрать? Сука, вот это жопа. Так, ты все, что ли? Хорош. Так, этот что? Оп. Оп. Все? Все, хорош. Блин, не все. Сука. Там сука. Я минус один патрон сделал. Да блин, вы чё, у меня патроны кончаются. Хорош бежать, пацаны, стопешка. Я больной, дебил. Блять, еще один. Дай патроны, патроны, возьми, 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 пока никто не появился. Хорош. Еще где? Опа. Нет, все, хорош. Фу, мне патронов хватило, повезло, блин. Говорит Джек, продолжайте спасательную операцию. Вас понял. Джек, посол исчез. Я нашла его с секретаря без сознания в комнате для особо важных персон. Так, хорошо. Кристина, понял. После того, как мы вытащим отсюда малышек посла, я присоединюсь к тебе. Ясно. Мой муж. Он будет с вами очень скоро. Обещаю, я спасу вашего отца. Так что идите и ждите его. Папа дал мне этот кулон в поезде. Он сказал, что он приносит удачу. Вы можете передать ему этот кулон? Обязательно. Говорит Джек, у нас непредвиденная ситуация. Немедленно верните спецгруппу. Что случилось? Не знаю. Я иду в купе АОВП и постараюсь разузнать это. VIP АОВП, ты чё? Так, подожди, мне патроны нужно собрать, алло. Там патроны. Нихера себе. Спокойно. Возьми. Блин, мне патроны дают. Хорош. Так, еще 15. Нифига себе, у меня же 30 патронов, да я же сейчас жирный. А тут еще лежал где-то. Во, отлично, бля. Сколько у меня патронов? Смотри, нихрена себе, вот это у меня 45 патронов. Да я вообще мажорчик. Так, тихо, надо еще перезарядиться. Блин. Вот это было жестко, вот это было жестко. 33 патрона, 15 в этом. В рожке. Хорош, надо сохраниться. Ты че, у меня сейчас прям отличная вся ситуация идет. Ну так, погнали. Так, нам VIP-шку надо. VIP-шка это у нас где? VIP-шка, это хрен знает где. Это второй, 12-й вагон или какой-то. Так, тут, короче, нужно играть как? Я, кстати, узнал, что тут можно вот так делать, смотри. Треугольник нажимаешь, и можно смотреть. Тут надо постоянно ныкаться вот так вот в эти, блядь, ебаные, короче, каюты. Ждать, пока он пройдет. Давай посмотрим, где у нас VIP-шка. VIP. Блин, он в 10-м вагоне, а. Серьезно? Или в каком? 10-й, правильно? На втором же этаже был. VIP-шка. Ну да, 10. Блин, 4 вагона надо пропендярить. Так, спокойно, не вижу ничего. Там идешь, нет? Да блядь. Хули ты стал, блядь? Ты ебаный дебил. Опа! Не стреляет подкрепление скоро, чего? Будут здесь, лучше уходи побыстрее. Да я бегу, блядь. Да, блядь, меня заебашили. Ладно. Подожди. А чё за чувак такой? Говорит, не стреляй, короче, подкрепление скоро будет здесь, беги быстрее. Чё за... А вот куда он взялся-то? Ладно. Через второй... Плохо здесь, что не сделали вот так. Смотри, я мог бы типа зайти вот сюда наверх, а там снизу спуститься. Но там так нельзя вроде. Вот, смотри. А хотя могу. Ну ладно, там может быть тоже чуваки быть. Я тогда пойду сюда. Мне сказали, я медленно бегаю. А я хочу медленно бегать, почему бы и нет? Чё этот тут стал-то? Не вижу ни хрена. Как там чувак тут оказался-то? Дай пекаль! Лучше уходи побыстрее. Так, а дай пекаль, слышь? Ты охуел! Сука, падали. И с него ничего не упало. Значит, это лишняя трата патронов и жизни. Короче, ладно.
Блин, вот это вот видите, вот эта херня. Чего этот дончут, и такой, блин, короче, подставил меня от пана. Сука, ладно. Ну, побежали через второй этаж, попробуем. В принципе, тут загрузочка, там то, это, зато не попадемся. А может быть, тут чуваки тоже будут. Сейчас посмотрим. Все возможно. Да. Да, блин, цукер. Цукер, блядь. И так жизни нет, нихрена ты попадаешь. Так, там тоже беда. Короче, придется через первый этаж тогда херачить. Жестко. Игрушка вообще сложная, до усрачки просто. Это кошмар. Так, ладно, забегаем, короче, туда, но не бежим дальше. Не бежим к этому ублюдку. Забегаем в этот. Патроны экономим по максимуму. Так, все, жду. Жду, пока он пойдет туда прямо, нахер. Так, он тут встает и идет дальше, да? Не понял. Ага. Значит, так тут надо проходить, да? Окей. Выстрел. Так, блин, это же мне надо на VIP-шку херачить. Это хрен знает куда, в 10-й вагон аж. Черт бы его забрал. Хрена через пол поезда. Точно же туда? Ну смотри, VIP-шка здесь не может быть никак, потому что там вот это вот типа вход такой. VIP-шка внизу тоже не может быть, значит сверху. Значит тогда 10-й. Так, а тут у нас это, кстати, как его называют, морозильник-то? А, не морозильник здесь. Пиздец мне. Ну пропусти, чувак! Блин, забыл сохраниться, прикинь, опять придется бежать. Я не хочу просто тратить ни патроны, ни жизни, ничего не хочу тратить. Я так пробегу. Потому что, блядь, это все жопа здесь. Здесь, я так понимаю, кто знает, вдруг еще такое же нападение будет, и мне патронов не хватит. Это хорошо, что мне хватило этих патронов. А если бы у меня не было их? А если бы у меня не хватило этих патронов, которые у меня были? Что бы я тогда делал бы? Я там в рукопашную бы ни хрена не сделал. Пипец. Так, это я немножко вагоны перепутал. Это не там, где морозильник. Там просто каюты. Бляха-муха, забежал в каюту, как дурак. Угу. Так, побежали. Побежали. Так, это идет туда. Вот в эту успею. Успел. Так, хорошо. Так, дальше идем тогда. Ага. Ха. Жопа. Так, этот вагон, смотрим этот вагон. Смотрим все по чуть-чуть. Ну смотри, вот этот с морозильником. А сверху там просто у нас этот, как его, бар. Сохраняемся. О, а где чувак? Так. Ты охуел? Ты че сзади-то? Алло, подошел. Падла. О, и тут нет. Во, оттаял. Оттаял, и что тут? Что это? Патроны, что ли? А, ну, в принципе, хорошо, окей. Хотя бы патроны, больше ничего? Хотя бы патроны. А где тут чувак делся? Тут же чувак был в этом, вот в этом морозильнике. Куда он свалил-то? Да выйди ты! Не тупи.
куда-то чувак делся, короче, не знаю. Ну и мать его так. Мне что, хуже? Минус патроны. То есть плюс патроны. Так, мне же вот сюда, да? Ой, кошмар. Ожесточенная игрушка прям. Так, вагон... Вот, мне наверх. Да, я в этом 10-м. Все, мне тут наверх. Погнали. VIP-салон. Сделаем себе VIP-маникюр. Вот, комнаты ОВП. Почему ОВП? Так, тут же один вроде вход был. Ага. Что случилось? Не знаю. Посол ушел в уборную, потом я услышал вскрик, но не успел добраться до него, как меня окружили террористы. А посол? Что с ним? Не знаю. Ты видела, что случилось? Нет, я добралась сюда уже после этого. Куда делись террористы? Они меня вырубили? Он что-то скрывает, он стопудово за них, я тебе отвечаю, потому что, как сказать, если хочешь организовать хорошо какую-то операцию, найди кого-нибудь близкого к послу этому или что-то типа того. Ты. Чё террористы? Ты террорист тоже, я тебе отвечаю, что он тоже злой. Так, я останусь с ним, иди дальше, хорошо. Тут же мне ничего не надо, правильно? Тут у нас, я помню, тут треугольник какой-то нужно найти. Вот тут в ванной ничего нельзя сделать, да? А тут что-то было с этим или нет? Вот с ванной. Да. Чё ванна? 5. Что это значит? Цифра 5. Подожди, 5. Запомнили? А зачем 5? Цифра 5. Вешалка повешаться можно. Цифра 5. Хорошо, у нас есть пятерка. Может где-то записать? А то я забуду. Цифра 5. Секундочку. Так, цифра у нас 5. Ебле. 5, есть 5. Чё, 5? Не знаю, чё. Что-то чуть-чуть 5. Да ёпаё мать, опять заставка, что ли? Джек, у нас чрезвычайная ситуация. Террористы сообщили, что они собираются произвести запуск ракет по соседним странам за попытку спасения жены и дочери посла. Вы должны предотвратить запуск ракет. Вы знаете, где расположены ракеты? Ракета находится в 7-м вагоне, пусковой пульт в 9-м, панель управления в 8-м. Вы нашли посла? Нет, все еще ищем. Ладно, но вы должны поторопиться. Ха-ха-ха, давайте только не на время, окей? Я так сохранюсь сейчас. Так, мы еще до сих пор в Минске. 44 патрона. Кстати, ключ вот это говорили, куда-то применить. Но это, скорее всего, я так понял, знаете, от чего? От вот этого вагона, который сверху. Кстати, возможно, мне и туда сейчас и надо, блин. Потому что я же больше никак не пройду. Тут закрыто. Вагон 10, в 9 я не попаду, да. Там только через верх. А, мне сейчас туда и надо валить, прикинь. Вот это прям четко. Ладно. То есть мне сейчас надо идти туда наверх, использовать ключ на этом. Я стопудово говорю тебе, что оттуда ключ. По-любому. Так, мне куда, подожди, карта? Как мне наверх-то выбраться? Ой, а то кто? Там чувак? Яйца, блядь. Тихо. А чё я туда иду? Кто мне может объяснить? Зачем я сюда иду? Или, а чё там? А может дверь? Подожди. Может дверь? Сука, откуда вы тут взялись-то, блядь? Так, ну-ка, спокойно. Так, ну, откроется, пока поезд едет. А ну вот этот вот. Не открывается, сломан. Блин, нахрена я сюда пошел? Я только патроны потратил. Ладно.
А подожди, я же сохранился, чё я? Зачем я буду патроны? Это я патронов потратил. Раз, два, три, четыре, восемь патронов. Нахрена? Там все равно ничего нет. Мне туда даже не надо. А восемь патронов таки пригодится. Так, это нам вот сюда, короче, потом... А, сейчас мы выходим в вагон вот этот, и у нас сразу же будет лестница слева наверх. Кажется, в этом, да, в одиннадцатом? Ну да, наверное, да? Да, есть, отлично. Лезем наверх. Жизней мало, но аптечки есть, хорошо. Патронов, конечно, просто вообще жопа. Так, тут у нас получается вот сюда... Цифра 5. Зачем нам цифра 5? Так, снаружи 11-го. Хорошо. Вон. Красная тычка. Воу! Как бы ракеты уже полетели. Из вагона 9 были запущены ракеты. Получены данные со спутника. Мы сможем сбить их в воздухе. В поезде должны быть еще ракеты. Они не должны быть запущены. Есть. А. Хорошо, окей. Попробую как-нибудь сделать это. Так. Ага. Ну-ка, ключ подойдет же. Ключ отсюда. Да, в натуре. Прям на ключ закрыли, прикинь. Могли бы отпечаток жопы сделать, я не знаю. Тогда никто не открыл бы никогда. Опа. Че это? Диск? Аптечка. Так, что-то какие-то клещи, что ли? Тихо. Это меня раздавит? Ну, почти. Так, давайте, ладно, на этом остановимся. Подожди, не хочу дальше идти, пока что стрёмно. Короче, вот тут остановимся. В следующей серии пойдем дальше обследовать 9-й вагон. Я сейчас, получается, сверху, да? По карте. Да, я сверху. Хорошо. Мы спустимся, будем там всех, короче, макушать. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Covered Ops. И если что, пишите, может, что еще полезного тут есть. Все, всем пока.